Сегодня покажу и расскажу, как приготовить хачапури по-аджарски. Для теста в глубокую миску выливаю кефир комнатной температуры, добавляю соль, сахар, сухие дрожжи, растопленное сливочное масло и все хорошо перемешиваю. Теперь частями добавляю просеянную муку. Тесто сначала замешиваю вилкой, потом начинаю замешивать руками. Вот такое вот мягкое эластичное тесто у меня получилось. Тесто складываю в миску, накрываю пищевой пленкой и оставляю на час-полтора в теплом месте. Брынзу натираю на крупной терке. Сулугуни тоже натираю на крупной терке. Натертый сыр перекладываю в миску и все хорошо перемешиваю. Прошло полтора часа, достаю тесто, обминаю руками и делю на две равные части. Стол слегка присыпаю мукой, выкладываю один кусочек теста и раскатываю в овал. Начинку из сыра тоже делю на две равные части. Начинку из сыра выкладываю по краям теста. Аккуратно сворачиваю в трубочку, чтобы сырная начинка оказалась внутри теста. Хорошо защипляю все края. В середину тоже выкладываю сырную начинку. Со вторым кусочком теста делаю то же самое. Хачапури по-аджарски перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, отправляю в разогретую духовку при 180 градусах на 20-25 минут. Достаю готовые хачапури по-аджарски, в середину выкладываю сырой желток и отправляю еще в духовку на 2-3 минуты. Самое главное не передержать, желток должен оставаться жидким. Вот такие вот вкусные хачапури по-аджарски у меня получились. Готовьте с любовью, всем приятного аппетита! Полное описание ингредиентов под видео.